Здравствуйте, меня зовут Алина, и я руководитель интернет-проекта «Лучшие из Таиланда». В этом году нашему проекту исполняется ровно 8 лет. И в честь этой знаменательной даты я решила провести конкурс среди наших читателей блога и наших клиентов. И победители конкурса получат очень необычные призы. Давайте сейчас расскажу вам о тех призах, которые вы можете получить, а потом расскажу о условиях нашего конкурса. Итак, первое место, самый главный приз, находится там в красном мешочке. Это нефритовый Будда из храма изумрудного Будды из города Чанграй. То есть это тот самый храм, где был найден изумрудный Будда, который сейчас находится в бангкокском храме, при Королевском дворце. Вообще этот храм славится тем, что там очень сильные защитные талисманы и амулеты. Если вы с нами не первый год, то наверняка вы помните, я сделала рассылку, рассказывала о том, как на наш склад напали, когда уложили наших сотрудников на пол и в упор расстреляли их в голову. При этом все пули прошли по касательной, и у нашего менеджера одна пуля застряла в голове. И на самом деле все были в шоке, потому что было настоящее оружие, были настоящие пули, в итоге все выжили. В нашем офисе был как раз таки талисман из этого храма. И вот этот изумрудный, нефритовый на самом деле Будда, он достанется тому, кто победит в нашем конкурсе. Вот, еще раз покажу. Такая вот статуэточка. Ее очень удобно носить с собой. У меня тоже такой есть, он всегда со мной в сумочке. Вот, это первое место. Второе место – это вот такая семейка котиков Манеки-Нека. Мама, папа и ребенок. Папа у нас приносит в дом благосостояние, мама – теплоту, любовь и гармонию, и ребенок – это счастье, веселье и здоровье. Вот такой вот замечательная семейка, которая приносит в дом счастье, деньги и любовь. Вот. Третье место – это вот такая вот золотая пластинка из храма в городе Писанулок. Вот такая вот пластинка, она двусторонняя. Что-то поверить, что если пластинку носить в кошельке, то она приносит больше денег в ваш кошелек и также приносит вам удачу в жизни и защищает от всяких неприятностей. Это будет третий приз. И также все участники конкурса, все, кто будет принимать участие, получат подарок. Одно из двух таких вот мыльц в виде сердечек. Это мыло от мадам Хенг. Они оба очень приятно пахнут, запах немножко отличается. Я уже закупила эти мыльцы для того, чтобы всем досталось это мыло. Вот. И причем особенность этих подарков в том, что если вы не являетесь нашим клиентом, и если вы не собираетесь в ближайшее время оформлять заказ, мы пришлем победителям подарки обычной посылкой из Таиланда. Без оформления заказа. Это, да, я решила это сделать в этом году. И вот эти вот сердечки тоже будут отправлены всем участникам конкурса, вне зависимости от того, будете вы делать на заказ или нет. Что же надо сделать для того, чтобы получить один из трех... призов или гарантированный приз от компании Мадам Хен? Для того, чтобы принять участие в конкурсе, вам необходимо написать отзыв, это может быть видеоотзыв или текстовый отзыв о работе нашего магазина. Если вы никогда не оформляли наш заказ, но вы читаете наш блог, вы можете написать, почему вы читаете наш блог, что интересного вы в нем нашли. И эти отзывы с фотографией или видеоотзыв вы размещаете в любой социальной сети. Это может быть ВКонтакте, это может быть Facebook, это может быть Одноклассники, Instagram или YouTube, неважно. Под видео внизу есть ссылка, перейдя по которой вы пойдете в форму, в которой появится поле, в которое вы сможете вставить ссылку на свой отзыв в любой социальной сети. Как мы будем определять победителя? Победит тот человек, чей отзыв наберет максимальное количество лайков и репостов. Причем лайки и репосты, они будут плюсоваться. По завершении конкурса мы опубликуем результаты, где вы можете посмотреть все отзывы, которые вы принимали участие и кто действительно стал победителем. Наш конкурс стартует 1 июля, и результаты мы будем подводить к дню нашего рождения, то есть 22 июля.